Здравствуйте, друзья! С вами Соколова Анна, проект Elite InfoBiz. И сейчас я буду обозревать платформу по раздаче интернет-соединений Wi-Fi Distribution, которая обещает нам платить до 500 тысяч рублей за наш интернет. В некоторых регионах, деревнях или даже странах нет интернета, и поэтому эта платформа раздает туда интернет, а мы зарабатываем с этого деньги. Схема, как раздавать интернет туда, где его нет, мне не совсем понятна. Но сам факт состоит в том, что здесь мы должны заработать до 500 000 рублей. Просто невероятную сумму. Давайте нажмем «Просканировать устройство». Идет процесс сканирования. Поиск точек доступа раздачи. Нам нужно ожидать. Платформа по раздаче интернет-соединения нашла целых 9 точек раздачи рядом со мной. И мне нужно теперь ожидать, чтобы узнать, сколько денег мне начислили. Итак, за 9 точек раздачи я должна получить 427 945 рублей. Это просто невероятная сумма, потому что если разделить на 9, то получится по 45 тысяч примерно с каждой точки, и это просто невероятно большая сумма, потому что у людей в моей области зарплаты от 5 до 10 тысяч рублей. То есть 45 тысяч рублей платить за интернет никто бы вообще никогда не смог. Например, у меня стоимость интернета 260 рублей в месяц. Поэтому все вот эти суммы выглядят просто нереально, но чтобы их получить, я должна оплатить адаптацию своего устройства за 170 рублей. Если нажму «Адаптировать устройство», попадаю на страницу оплаты от сервиса ePay, где должна заплатить указанную сумму. Перед тем, как снимать данный видеообзор на самом сервисе ePay, я нашла того, кто будет получать этот платеж, кому пойдут наши денежки. Это человек, имеет ник BART25, и если мы посмотрим дополнительные цены к его сайту, мы увидим этот платеж на 170 рублей и еще 5 платежей за регистрацию 637, оплата точки доступа 878, настройка точки доступа 1130, оплатить код протекции 1500 и контрольный платеж 1875 рублей. Понятное дело, что если бы кто-то хотел использовать наш интернет, то этих платежей бы не было и все расходы компания брала бы на себя, учитывая такие большие суммы, которые она хочет нам платить за наш интернет. Если мы перейдем по ссылке сервиса ePay, мы попадаем на сайт Wi-Fi Distribution, и это подтверждает авторство некого BART25. Также этот сайт продвигается не только на сервисе ePay, но и на сервисе ClickPay24. Здесь ник чуть-чуть изменен, BART24, но платеж первый тот же самый и те же самые дополнительные цены, что и на сервисе ePay. Если мы перейдем по ссылке, мы опять попадаем на страницу сайта Wi-Fi Distribution. Он выглядит точно так же, как и тот сайт, который продвигается на сервисе ePay. Только есть небольшое различие в названии домена. Здесь поддомен KLWi-Fi, а здесь поддомен просто Wi-Fi 1. Также, если вы будете проводить оплаты на этом сайте, то вы попадете на страницу оплаты не такую от сервиса ePay, а на немного другую от сервиса ClickPay24. Сейчас я проведу оплату 170 рублей, чтобы мы с вами протестировали этот сайт. Пока поставлю видео на паузу и вернусь к вам после того, как оплата будет успешно зачислена. Я успешно оплатила адаптацию устройства. И теперь, чтобы получить свои деньги, мне нужно зарегистрировать выплату. Если нажму «Регистрация», опять попадаю на страницу оплаты, где должна заплатить уже целых 637 рублей. В дополнительных ценах к сайту мы видели этот платеж на 637 рублей за регистрацию выплаты. И оплачивать его мы уже не будем. Потому что даже если мы его оплатим, нужно будет оплатить еще 878, 1130 и так далее. И в конце концов мы ничего не получим. Потому что такие сумасшедшие, можно сказать, деньги в моем регионе точно никто не будет платить за интернет. Почти за 500 000 рублей, наверное, можно даже проложить интернет до тех мест, где его нет, чем платить одному человеку. Поэтому эти сайты, вот этот и вот этот, они являются мошенническими, и здесь вы на них ничего получить не сможете. Связываться с ними я вам категорически не рекомендую,
На связи была Соколова Анна, проект Elite Infobiz. До новых встреч!